Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я в 348 раз собираюсь зарегаться на бирже труда. Просто все это немного не получается, когда два человека занимают очередь, и внутри них образуется еще два человека, то бирже труда не может просто устроить с утра до обеда более 4 человек. К сожалению, я был так. Я вот иду, слушаю музыку и не унываю. Моя задача простая. Дойти, вот осталось 380 метров, и эти метры я с радостью потрачу на то, чтобы поговорить с лучшим другом. Это камера, да. Говорят, что лучший друг это ты сам, но как-то мы с камерой подружились 8 лет назад. И теперь как-то так срослось, что она зарегалась у меня в телефоне. Да-да, раньше такого не было. И теперь я снимаю себя, конечно. Это не говорит о том, что я чем-то лучше или хуже. Это говорит о том, что я просто люблю создавать память. Да-да-да, память. У меня есть память с 17 лет. Мало, конечно, но есть. У меня есть память с 25 лет. Немножко побольше, чем с 17. Но главное, у меня есть память, которую я создаю сейчас. Это память с 35. Так, между нами. На самом деле мне 17. Никто не должен об этом знать. Мне просто скучно порой бывает. Раньше мне было скучно. Я дал какие-то мнимые удовольствия. Тупо там взял, например, как все люди, что-то выпить, чего-то получить удовольствие. Но я нашел для себя идеальное хобби. Это я сам и моя камера. Да, было лучшее время, когда камера была iPhone. Да, камера фон, это было интересно. 1.5 года. Потом случился эксцесс. Так называемая катастрофа, которая повлекла за собой массу событий. Череду событий, я бы сказал даже. Сначала решила уйти жена, сказав, что ты мне, мол, такой не надо. Наверное, все-таки с айфоном я был как-то лучше. Да плюс, Саша, долги-то не списываются. Да так. Приходится платить по счетам. Ну, конечно, кому надо такое. И теперь, получается, моя ситуация. Долги, они не снижаются.
на бар вот даже. Раз. Когда прикрепится цепь, не раз. Я не знаю. Но жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна в плане того, что надо жить. Поэтому простые радости жизни гораздо дороже проблем. Сейчас скоро встречу. Пока.